Серпухове провели прием по личным вопросам в формате выездной администрации. В этот раз местом работы стала школа искусств «Синтез». Любой желающий мог проконсультироваться и задать интересующие вопросы заместителям главы администрации, представителям сферы ЖКХ, благоустройства, дорожно-транспортной инфраструктуры, социальной сферы, земельно-имущественных отношений, руководителям муниципальных предприятий. Аспект озвученных на приеме проблем был широким. Вопросы у нас – это благоустройство наших дворов и придомовых территорий, вопрос содержания нашего жилищного хозяйства. По всем вопросам на месте мы даем квалифицированные ответы. По тем вопросам, которые необходимы, выход на место. Завтра, например, выходим на место по контейнерной площадке, выходим на место по отоплению. Все поручения данные взяты под контроль. Следующая администрация у нас будет. Мы чередуем. Одну администрацию делаем на территории города, одну следующую администрацию мы делаем на территории села, чтобы и сельские жители, и городские в равных условиях могли получить всю необходимую информацию и помощь. Мероприятие прошло по поручению главы муниципалитета Сергея Никитенко.